В День российской науки на Ярославской земле был дан старт Году науки и технологий, объявленному указом президента Российской Федерации. Глава региона Дмитрий Миронов подписал указ о награждении представителей вузов и научных учреждений почетными грамотами губернатора Ярославской области. Ученым Демидовского университета грамоты вручил заместитель губернатора Илья Баланин. Мы не могли сегодня не приехать в стены базового нашего вуза, чтобы поздравить сотрудников, научных сотрудников с этим замечательным праздником. У нас есть поручение от губернатора особо отличившихся поздравить и наградить их почетными грамотами. И кроме того, по итогам 2020 года один из молодых ученых университета выиграл грант. Мы сегодня познакомимся с его работой, послушаем о его разработках и посмотрим, как и что надо сделать, чтобы как можно больше наших молодых ученых участвовало в этих грантах, побеждало, заявлялось. Илья Баланин также передал поздравительные адреса от главы региона ректору вуза Александру Русакову и победителю конкурса президентских грантов доценту кафедры всеобщей истории Роману Фролову. Награды удостоен его проект «Политическая инициатива промагистратов Римской Республики в сфере ДОМИ». Изучая я историю античного Рима, речь идет о Римской Республике, в основном первый век до нашей эры, и рассматриваю я вопросы политической истории, политической культуры. Конкретно данный проект посвящен изучению одной из категорий должностных лиц в Римской Республике. Назывались они промагистраты, были наделены полномочиями в провинциях, командовали армиями, но при этом были лишены официальных прерогатив в самом городе Риме. И вот я рассматриваю ситуацию, противоречие некое между тем, какими полномочиями эти лица были наделены, и тем, что периодически они пытались вмешаться в ту сферу компетенции, с которой были формально исключены, то есть в политический процесс в самом городе Риме. Это уже не первый грант, который выигрывает и Роман Фролов, и наши коллеги тоже выигрывали. Вообще в университете более 90 проектов научных выполняется ежегодно, и очень хорошо, что они выходят на такой высокий уровень. Для университета это еще и возможность расширения международных контактов, поскольку проект Романа как раз связан с этим. Это возможность проведения отдельных тематических конференций, что для нас очень приятно в год науки –